Так называемый мирный план, предложенный Китаем, был официально опубликован на сайте МИД страны 24 февраля. Документ «Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине» состоит из 12 пунктов. Первый из них призывает к уважению суверенитета всех государств, без уточнений. Очень важно, что, заявляя об этом, он также дает понять, что он не будет признавать те территории, которые Россия оккупировала и на сегодняшний день называет своими, но в то же время... Мы дальше встречаем, например, тут же следующим пунктом, что Китай выступает за отказ от менталитета холодной войны, а под этим это расшифровывается, что безопасность всех стран должна быть учтена, и сюда заложена претензия России, которая говорит и говорила, что якобы расширение НАТО, именно оно сподвигла Россию к тому, чтобы Россия начала защищаться. В документе ни в одном из пунктов нет слова «война». Полномасштабное вторжение России в Украину в Китае видят как конфликт и украинский кризис. Китай сам, как страна, которая призывает к переговорам, он выпускает факт, что Россия оккупировала часть украинской территории. И она не только оккупировала, а в незаконный способ инкорпорировала ее в свою конституцию. Игнорирование этого факта, оно нивелирует какие-то заявления Китая к диалогу. Реагируя на предложенный мирный план Китая, в Белом доме заявили, что российско-украинская война может закончиться уже завтра, если Россия перестанет атаковать Украину. Моя первая реакция на это состоит в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважение суверенитета всех наций. Украина не нападала на Россию, НАТО не нападала на Россию, Соединенные Штаты не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, из сообщения CNN. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отреагировала на мирный план Китая. Она сообщила, что рассматривать документ стоит с учетом факта отношений между Китаем и Россией. Это не мирный план, а принципы, которые они разделяли. Вы должны видеть их на определенном фоне. И это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе прямо перед началом вторжения, российского вторжения в Украину. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, у Североатлантического альянса нет доверия Китаю. Ведь за год полномасштабной войны России против Украины официальный Пекин так и не осудил преступные действия Российской Федерации. Во-первых, Китаю нет особого доверия, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину. Они также за несколько дней до нападения подписали договор между президентом Си Цзиньпином и президентом Путиным о безграничном партнерстве с Россией. В Москве на предложенный Китаем план ожидаемо отреагировали положительно, так как 10-й пункт прекращения односторонних санкций подразумевает, по их мнению, снятие западных санкций с Россией. А пункт прекращения военных действий не несет конкретики, что именно Россия должна вывести свои войска с территории суверенного государства. Я считаю, что это очень выверенный документ, который соответствует всем принятым нормам международного права и который должен быть гарантирован правами и обязанностями, декларируемыми ООН. Трудно будет кому-либо не учитывать мнение Китая по возможности урегулирования этого конфликта. Многие из этих требований вытекают из тех гарантий безопасности, о которых мы заявляли в конце 2021 года. Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации, в интервью изданию «Лента.ру». Во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал изложенные Китаем предложения. Мне кажется, это важный сигнал. Мне кажется, это важный сигнал. Пока я воспринимаю это как сигнал. Я не знаю, что будет дальше. Это зависит от следующих шагов. Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира. Значит, на нашей стороне. Скажу вам откровенно, и для меня это важно. Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию. И для меня это очень важно. Это пункт номер один. Мы должны говорить только тогда, когда мы видим конкретные шаги. Сейчас я увидел мысль. Если там нет такого смысла, который я дал себе, считаю самым главным. Это уважение к территориальной целостности, а это значит вывод всех российских войск. Тогда этот пункт нам не подходит. В том смысле, в каком он сейчас формулирован, если это так.
Владимир Зеленский добавил, что планирует встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам президента Украины, это пойдет на пользу двум государствам и безопасности в мире. Юлия Биль для телеканала Freedom.